Всем здорово, ребят! Ну что, у нас очередной видосик, поэтому поставили лайкосик. Буду вам снимать по поводу карт. Я вот сам играю, вчера целые сутки задротил на одной карте, апнул 53 левел. Расскажу вам, как я это делаю, как быстро апаться. Для тех, кто не играет с мобилки намного дольше будет. Это, с одной стороны, печально, с другой стороны, еще печальнее то, что... Как мы увидели, большинство играет симулятора в мобильные игры. Против таких мы сталкивались. Я решил поискать и нашел все-таки этот плеер. Он называется Game Loop. Ссылочку на него я оставлю в описании для тех, кто хочет поиграть с компа, подротить, позадротить. В общем, те, кто не могут себе купить нормальную версию на PS, ну, на компьютер. У меня есть компьютерная версия Black Ops 4. Она такая же похожая, но там, конечно, разница и в графике, и во всем, и в картах. Это более мобильная версия, более упрощенная. В общем, этот эмулятор такой же, как и BlueStacks, как Nox, но он на нем запускается, на тех почему-то не запускается. LD Player тоже не тянет. В общем, там проблемы, скорее всего, в движке. Все очень просто, устанавливаете его, и там сразу же верхняя игра, это Call of Duty, нажимаете на нее, она инсталяху сама автоматом делает, 1,3 гига. Надо будет памяти на вашем компе. В общем, поехали. Что интересного, у меня, конечно же, есть Battle Pass, как видите, сезон, я получаю боевой пропуск, прохожу его. Первое, что вы можете делать, это смотреть рекламу, то есть получать сундуки, это для быстрой прокачки, оно никак не влияет, но вы будете получать плюхи 50 минут, пока играете, можете там пощелкать, 30 секунд придется подождать. В общем, поехали. Как быстро прокачаться, то есть как быстро апать левела. Вот я за сутки набил, считайте, 50 с хреном левелов, но я вчера так особо не дротил. Вот у меня друзья 54, 23, ребята, которые начали играть раньше, чем я, либо некоторые так же, как я, видите, 30. Все очень просто. Заходите в... Ну, если вы пойдете в рейтинговый бой, там 90% играют с компа, и там более реалистично. Если вы хотите... быстренько наапаться. Для чего надо апаться, я вам сейчас покажу, расскажу. Во-первых, есть серия очков. За каждый ваш левел дают вам бонусацию. Вот у меня, ну, то есть за серию очков, которые вы набьете на противниках, вам дают вот такие вот бонусы. То есть я дошел там, на, по-моему, на 38-м турель открылась. На... Я не помню, на 50-м вертолет-невидимка, если я не ошибаюсь, я уже нету левела. Не, на 50-м, по-моему, открылся этот щит. Или нету? Не, нету. Это щит открылся в КБшке. В общем, на 54-м откроется СВВП. Но самое основное я вам сейчас покажу. В общем, у меня есть, как видите, дрон-убийца. Почему, я вам сейчас покажу. Турель и вертолет-невидимка. Так, по комплекту сразу говорю, реальная тема, если вы, конечно, можете, имеете возможность, заходите в магазин. Вот я взял М21, волшебное око в скине. Ее прокачал сразу же и покажу, как. Я расскажу сейчас тоже, как. Поехали, сетевая, комплекты. Что у меня по комплекту стоит? Как видите, пистолет. Ну, мы вчера фанились, бегали ножом, можно и ножом убивать. Сейчас мы тоже с вами, думаю, потрешуем. Вот ради чего я качаюсь быстро и усиленно быстро качаться, ради открытия комплектов. То есть вы можете себе докачать там 105 левел и открыть все комплекты, и потом играть в кайфе, вне зависимости от карты. То есть вы можете выбирать то, что вам именно нужно, для какой карты, особенно в ранговых боях. В общем, у меня вот такой вот комплект стоит. Первое — прыть, то есть развертывание предметов, прицеливание после бега. Ну, тут я, конечно, брал липучку, пробовал, но поменял на такую. Ну, я, честно говоря, не пользуюсь в основном гранатами и ослеплянками. Второе. Хладнокровие. Серия очков управляемый ИИ не смогут выбрать вас своей целью. То есть вот эти вот мелкие
Дрон, который убивает зачастую, он к вам лететь не будет, если, конечно, возле вас не будет никого с противника. Плюс увеличенное количество очков за убийство врагов, почему тоже покажу попозже. То есть такой вот комплект и... А, вот, я вспомнил, вчера на 50-м это уже навыки оперативника пооткрывались. А, вот машина войны, то есть вот это тоже очень немаловажно. На 50-м открылся щит-трансформер. А, вот так вот. Но я выбрал машину войны, то есть тоже обалденная тема. А, вот такой вот комплект. А, еще один нюанс. Заходим сюда, в настройки. А, здесь вот стоит прицел... Тактический прицел для СВ, для карты, которую вам сейчас покажу, на которой быстро всего качаться, он один из топовых. Потому что если вы поставите родной, там кратность увеличения не очень удобно. Карта небольшая и получается статист, ну давай, давайте примем его. А, не, они пойдут сейчас в другую группу. Не, сори, ребят. Сори, ребят, я выйду. Пока записываю видос, потом побегаю. Вот, заходим в карты. Вот бой обычный и рейтинговый. Это одно. Вот если вы хотите быстро качаться, то есть у нас все настроено. Комплект автоматом умолчания второй. Выбираете карту. То есть берете, есть командный, превосходство, уничтожить, тренировка против ВИ. Берете вот линия фронта. То есть на биточке и выбираете, заходите карту. Карт, как видите, есть 6. Я пока, ну, точнее 5. Я пока их все не изучал. Ну, скажем так, я часть знаю по Black Ops, но вот Kill House выбираете именно ее. А, почему, в принципе, я постараюсь сейчас вам показать. Бывает, конечно, по-разному, но надеюсь, набить не буду. А если буду, то можете зайти на стрим потом, посмотреть, как мы набим на стриме. А, преимущество этой карты. Во-первых, она небольшая, то есть все противники как на ладони, то есть если вы играете, бегаете именно со снайпой, можно, конечно, брать что-то другое, но снайпы плюс она пробивает жестко полностью все. Ну, в принципе, и другие винтовки пробивают, но мне вот со снайпой просто в кайф здесь бегать. Есть пару ключевых моментов в этой карте, то есть можно все зачастую выбегают сразу же наверх, и их сразу, если такой же сидит и играет с компа, просто киляет. Тут у нас немного все проще. Есть вариации, сейчас я вам их покажу. Так, ветеран второй. Ну, скорее всего, тут очень много ботов. Если против вас такого же левела, как и вы, это, скорее всего, боты. Потому что зачастую нормальных игроков дают левелом ниже, которые тоже играют с писечки. В общем, поехали. Вот мой комплект, то есть пистолет и снайпа. Карта небольшая, думаю, многие уже в нее играли. Вот видите ступеньки. Сейчас я вам покажу сразу же самую топовую нычку. Можно было бы кинуть гранатку вот здесь. Вот видите, что делается? Вот зачастую все выбегают и бегут. Вы отсюда делаете первый килл. Потом смотрите. Главное не выбегать. Вот отсюда набиваете себе свободно киллы. Это самая оптимальная тема. Блин, да не заступай. Задницу свою показывает. Вот, и вам не надо никуда бегать. Единственное, когда против вас такой же попадается, старайтесь не выбегать вперед. Вот, дальше дрон. Нюанс по дрону тоже вам расскажу потом. Отдельные нюансы по девайсам, которые вам даются за количество убийств, они реально очень спасают ситуацию, особенно если у вас ребята, которые играют с мобилки, они все время бегут вперед. Но в данном случае, как видите, у меня никто вперед не бежит. Давай, пропадай уже. Вот, видите? Ай, не успел, не показал. Но я по девайсам вам отдельно расскажу потом. Покажу.
Такая вот карта дает возможность вам сделать дофига, во-первых, и киллов, что поможет вам в прокачке быстрой, то есть в набор очей. Вот видите, пробивает снайпа, реально пробивает полностью все. Нету припасов, это все фигня. Берете пистолет и начинаете глушить с пистолета просто. Вот дрончиком нормально зацепили. Что там у нас БПЛА? Вот единственное, видите, плохая катка, заступают, бегают впереди. Но сейчас вы увидите разницу. 50-12, казалось бы, что за хрень? Как они так набивают? Я тоже себе вчера задавался, позавчера задавался этим вопросом. Что за фигня? Это какие-то нереальные машины для убийства. Все очень просто. Скачаете на ком GameLoop, и вы будете точно так же килять тех, кто бегает просто на мобиле и не понимает, что делают. Это на этой карте. Когда вы пойдете в рейтинговые бои, там совсем по-другому. Там в основном все играют с компа и играют получше. Там посложнее будет. Все зависит от ваших. Вот 2960 в итоге. Заходим. Плюс 2500 опыта, как видите, убить 1160, время, победа, то есть, и еще клановый опыт. Клановый опыт тоже, вот, провести один бой, 20 медалей, 29 киллов. Смотрите на киллы противников, 2, 3, 1, 5, да, там, есть, конечно, вот, сразу же заметно, когда вот солнечный кит, это бот, скорее всего. То есть очень много попадается реально ботов, которые просто бегут вперед, либо стоят. Многие играют с мобилок, и это тоже печально. Нам чуть-чуть не хватило, ребят, только что, чтобы активировать атомную бомбу. Я вам это тоже покажу отдельно. У меня там есть уже, я не знаю, давайте ради интереса зайдем, сейчас посмотрим по наградам, сколько я настреливал вчера. Сетевой убийца, вот 5600 за сутки, по-моему, мастер серии, мастер кровожадный, со снайперской винтовки, киллов, видите, так, кровожадный, внезапная атака. Ребят, подождите, мастер штурмовых еще не получил. Так, блин, где оно? Где-то должна быть эта награда. Вот, ядерный. Вы убили 30 противников в течение одной жизни. Вот это вы получаете ядерный... возможность ядерного взрыва. Это, я думаю, тоже вам покажу. То есть, таким вот образом... Вы, по сути, вот у меня на левел там выходит, если у вас 20 тысяч, 8 каток плюс, ну, это на моем уже, 8 боев. То есть, по сути, там минут 30-40, ну, час от силы, и вы делаете плюс 1 левел. Ну, намного быстрее, конечно, это плюс, вот давайте сейчас посмотрим. Минута здесь получается, 40 секунд плюс 15, там ожидание, то есть минута. И посмотрим, сколько будет в среднем катка длиться по времени. То есть этого вполне хватает, если вы, конечно, будете играть с компа, есть возможность там, то можно даже ее не покупать, она откроется у вас со временем, просто обычно, вам будет этого хватать. Таким образом, можно просто бегать и фаниться, набивать левел, а потом играть уже и в остальных, когда у вас есть все девайсы, можно и с мобильного играть. По-другому, скажем так, либо просто сидеть чисто задротить в удовольствие, но опять же будут попадаться такие, которые играют с компа, и они довольно-таки часто попадаются, и все зависит уже от того, насколько ваши боты подвижны. Может, сейчас и встретим такого же играющего с компа, если мои бегут вперед, либо ребята с мобилки бегут вперед,
он быстрее их будет убивать, он быстрее наберет очки. То есть тут уже больше зависит от этого. Если двое там играют с компа, это видно по киллам 20+. Вот смотрите, пропадает, он бежит. Ай, там. Вот еще один там сидит. Вот, видите, наверху бегает. Ну, то есть, есть ребята, которые уже прокавили эту тему. Вот, смотрите, видите, сразу видно, когда он движется совсем по-другому. С мобилки так не подвигаешься, не побегаешь. То есть, с мобилки ребята реально так бегать не будут. Вот явный показатель того, что стены здесь просто ватные. Можно пробивать две стены свободно. Все, дальше запускаете себе. Ставите турель. Для того, чтобы к вам вблизи никто не подошел. И вот можно в этой нычке сидеть. Топовая, кстати, нычка. Вот видите, я не могу их сейчас выбивать. Все, у меня кончились патроны. Дальше берете такую тему за серию. И уже развлекаетесь. Ну тут главное ей тоже не спешить, потому что многие стоят. Вот смотрите. И типа отбежал вблизи. Дальше можете пойти либо слиться. Четверка. Можно турель просто вообще здесь поставить. Просто бегать, развлекаться уже у них на базе. Вот они все стоят, видите? Пацаны в шоке. Я тоже вчера был в шоке. Все, берете себя. То есть делаете серии убийств. Вот они все в основном выбегают. То есть вот это самая основная позиция для снайпа, самая удобная, скажем так. Делаем перезарядочку. И сейчас дрончик прилетит. Дрончик, говорю. Все. То есть таким вот образом, ну, максимум одна смерть может быть у вас. Но если против вас будет кто-то на компе, ну, 4 минуты, 5 минут на катку получается. 5 минут, где-то в среднем до 50-го у вас будет уходить 20 минут на левел. Это потолок. Потом дальше уже в зависимости от количества опыта, но сейчас посмотрим, мы получаем 2500. Три, когда как, смотря какая серия. 3200. И максимум, что я делал, чей это 5000 за бой. А вот плюс 3200 у нас получается. Следующий у меня откроется новый навык. Так, 3200, вот 41 убийство, 41 килл, 6, как видите, вот то, о чем я и говорил. Такс. Вот средний сейчас посмотрим, сколько у меня опыта. 21 тысяча. То есть 7 боев, 7 боев, 7 на 5, 35, 40 минут уходит на ап одного левела сейчас. Свыше 50-го. Вот так вот. В общем, вот такая вот темка. Пишите комменты, что вы хотите. Понравилось ли вам видос. Что вы хотите еще видеть. То есть я буду показывать нюансы разные по картам. Пока я бегаю на одной карте. Для быстрого апа, для изучения возможностей, нюансов. Ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.